shadows on the walls, underneath concrete highways, hiding in the open, we run from the hopeless broken truths. Ай, чё, и постелили? Ну, как минимум, выстрелили. В мою бабенцию. Ну, приковали ее. Че так не очень приковали. Суки, три мусора напали. Ебать, они были быстрые, нахуй. Я ж хуел просто. Дима мочит. Yo, help me out here. I feel great. Regular old Carla. You do seem better. And the bite's healing too. Оружие, кстати, быстро, Дима, ломается. Даже бросаемое? Ну, я не метаю, он так быстро ломается. Упасть в плоть, либо твердой азиаткой буду. Да тут его могут, как бы дают. На самом деле. Не, ну если у тебя будет крутое какое-нибудь. Вообще хуй знает. Хорошо, оно прочное будет. Ну вот я мачете и бьюсь, я уж половину потратил. Жалко, вы пока не понимаете, есть ли там Friendly Fire. Может, есть. Ну, я сразу говорю, в спину что-нибудь прилетать-то будет. Ну, будем специально тебя убивать тогда все карты, все толпы. Чтобы не повадно тебя было, блядь. А, вот слушай, да, навыки есть какие-то. 4 навыка можно, а, или 5. Жвальщик. А, ну да, протеиновый вот батончик. Оставайте свои эксперты. Всю жизнь мечтал. Бля, тут, короче, можно пройти куда-то. Нужно достать этот ебаный генератор, непонятно, где его взять. Так, дипкок есть у всех. А, я ну вот можно выбрать. Взял. Кремень. Это что такое? Карточка навыка выживальщик. Поработайте на защиту своевременно использования блока или уклонитесь на здоровье. Пинки в прыжке. Пинок на... О, это прикольно. Ну-ка, что за пинок в прыжке? Это с двух ног. А что не пинается? Ну, shift, прыжок и... А. Ну, как в этой была в... Я название забыл игры. Там есть паркур. Да, Dying Light. Да. Там что же, надо было прыгнуть, ну, разбежаться, прыгнуть и с двух ног уебать. Пинок на пасашок. Пинки и пинки в прыжке получают... А, не, пинки и пинки в прыжке. То есть я еще не умею просто прыгать в прыжке. Это просто бонус к пинку. Ну там есть... Ты его уже качнул? Ну там есть и скилл, да, про пинок типа с двух ног. Я карточку вставил, что типа пинки будут круче. Так, то есть ты сам пинок не взял, но уже его улучшил. Не, пинок есть обыкновенный, а пинок в прыжке вообще нету. Ничего себе. Ну кто тут хочет? Зомби, давайте иди сюда. А, ну можно... 9%. Кейка копьё метать, что ли? Ну-ка. А, бля. Ебать, и всё. Ну, там тебе ещё зархивировать, Дима, всё равно. Я знаю. Ну, я её машина... на харде, поэтому... Ну, у тебя машина мощная, так что же тут есть. На мелкие файлы там, собственно, похер, насколько у тебя мощная машина. О, слушай, реально пинок лучше стал бить. А если на SSD? SSD вообще. Я сам на SSD. Ну там еще прот служен. Не, вот там еще прот служен хороший, чтобы это. Всю мощь SSD. Прикиньте, аккумулятором кинул в голову бабе и электричеством убил, блин. Ну а прикинь, аккумулятор можно было бы этого в бассейн кинуть. Реализм, блядь. Так оно в жизни работает. Ну, мы на контакты попал. На плюс и минус. А это что, типа не блок, что ли, блядь? Какой широкий у него ебал, однако.
как бы и на плюс, и на минус одновременно. А, это не такой случайно. Аккумулятор. Оружие, бывает, аккумулятор. Всякое бывает. Прикиньте, я думал, это аккумулятор, который можно составлять, чтобы пройти. А это аккумулятор, который из машины достаешь, типа, блять. И он как бомба, короче. Один раз можно типа кинуть, а второй раз он взрывается. О, смотри, пацаны, прикол. В ногу кидаешь лопаты, отрубаешь ногу, и зомби больше ничего не может сделать тебе. Ну, они разве не ползают? Не знаю, но это не ползает что-то. Сейчас еще протестирую дубль 2. Ну, ясно, короче. Ну, попробуй обе ноги отрубить. Смотреть, если ползает, то отрубить сначала одну руку. А, нет, просто он уже, походу, был коцанный. Вот в этом в ногу попал. Бля, зомби уже риснулись, 2 метра прошел, блин. О! Красота. Следующий, иди сюда. Под лопату. Ой, блин. Так, баба, лайки. В глаз. Кем в глаз или в жопу раз. Лови саблю. Саблю в ногу. Бочки взрывные, нахуй. Ну, сабля загрузил машину. Вот так, это самое какого. Лопата в ногу, это топ. Или топор. Топора нету. Okay, I see the problem. Так, we got a close. Еще раз лопатку. Сука, два раза метание лопаты в ногу и умирает. Как он умирает? Он должен ползти на руках. Ну, что-то не ползет. Реально он умирает. Слабые зомби пошли, нынче слабые. Так, еще лопата. И лопата не ломается, кстати, когда метаешь. О, вообще охуенно. Значит, я уже сколько ее метаю. Ей похуй, по-моему. Давай, зомби. Дашь на дашь. Значит, найду какие-нибудь кинжальчики пиздатые. И буду с ними бегать. Что за электричество какое-то. Блин, тут можно было воды налить, а не использовать. Загрызли какую-то девку. Бля, опять я лоханулся. Оказывается, можно было включить краник. Тут электричество есть. И зомби, чтобы шли на воду и током убивались. Бля. Прикинь, сколько тут скрытых всякой фигни, которую можно использовать. О, идет зомби, идет. Ну-ка, давай, 220. Да, нахуй. Подзажарилась зомби. Шут, электрический щит надо потащить. No breaker, but these rich people gotta have spares. А что мы сделаем? Я тут зомби убиваю, убиваю по приколу. Блин, ну зомби убивать весело. О, вот он стоит. Это дед что-то стреляет с ружья, короче, по зомби. Да как же у них тут пиздец все шикарно просто, блядь. Живут, жируют. Жируют америкосы. На деньги Донбасса. Что не за винтовка, интересно? Ты можешь бесконечно оружие поднимать? А как потушить? А удерживайте, чтобы содержание нормальной канистры. А-а-а. То есть канистру. А как канистру взять? Все приебал. Расходники, детали, ключи. А, нужно канистра. Вода брать. А-а-а.
О, потушил. You don't need to be on. Так. Зомби, 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 зомби. А то, о, здесь смотри, собственно, сидит сюда, сюда идите. Давайте, я вас жду. Подходи, подходи. О, бежит, спотыкается. Давай, 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 220. Ну, нахрен. Следующий, подходите. Блин, а что топовая фигня. Хорош. Think I might be good at this. Ай, так, все. Ты написано? Битва... Рест-румс, нихуя себе, это для гостей, короче. Нихуя тут, конечно, блядь, нормально, на. Ну, куча лоси. Ну, распаковывай. Нет, сначала удалить. Скачал и удалил. Тупая тема, да. А тетка это страшная вообще жизнь. Так, что надо это сделать? Скажите остальным, что они в безопасности. Да пошли в жопу. Докладываться еще кому-то. That was incredible! You guys should have seen me. Thank you for going out there. God, this is beyond insane. I mean, I don't know how to do this. Они все какие-то аферисты тут воровали, короче, бриллианты у этих богачей. No, no, what I mean to say is, ну, только бумажку. В апокалипсис, почему бы нет? Now, since you have our possibly undead friend here, we can't verify that, okay? Since your health is in question, we need a lead person here. Да, не бойся. Protector. And Emma? Да долго бы ты там не продержался, конечно. Выгнали по обратно в Россию. И хуеся тут, блядь, краищи, ёпаный. Ой, блядь, степень сжать это больше 50. Думаешь, почему там? Первый архив достаточно быстро пошел. Тут, как ты говоришь, Шрик, тут, блядь, этого... Целочку этого, да, он... В закутке в каком-то... Чё, Кирилл, распаковалось у тебя? У меня распаковывается 66%. Ну, надеюсь, просто полки тебя. Не, у меня диск на 50, а проц вообще на расслабоне. Странно. Бля, меня убили ваншот. Только начал, у меня уже 6%. У меня степень сжатия 98%. А какой Диму меньше? А чё они типа шокнули меня? А почему 94, вот сейчас и растет потихоньку Дима от файла к файлу там. So, you're not special, and we're doing fine, thanks. I'm immune? You still need me. I killed more zombies than you got you. So what exactly is your plan for getting us out of here? I'm still working out the details. На самом деле не вижу, чтобы они сильно выиграли от этого сжатия. Да, я говорю, ну это тупо. Просто чтобы архив сделали, да и все. Только у них 300 метров всего. Ебут мозгу, блядь. Разница. Ебать не вот тачка у этого деда Модняла. Ретро-стиль. Резников уже распаковал. Чтобы быстро как... У тебя машина крутая, вот быстро. Ну да. А открыта новая карточка. Кто тут? Я буду мстить, блять. Зовите на помощь, посоветуйтесь с Сэмом.